Александр Науменко. Записки кладбищенского сторожа. В свое время мне пришлось поработать на кладбище сторожем. Работа как работа. Ничего сложного. Обычно мы заходили на нашу так называемую вахту сутки через трое. Днем приходилось постоянно прохаживаться по могилкам, следя за теми, кто пришел к усопшим. С наступлением темного времени суток ходьбы становилось меньше, так как не очень приятно шастать мимо крестов и надгробных плит в полном одиночестве. Но не в этом дело. В то время я еще делал свою работу хорошо и поэтому прохаживался по кладбищу и ночью, держа в руке мощный фонарь. Были всякие вандалы, еще вдобавок и психи, которым что-то надо было от мертвых. Обычно при появлении сторожа эти полудурки делали ноги, не решаясь связываться. Все это меня вполне устраивало, так как совсем не улыбалось вступать в конфликт. Проблемы никому не нужны. В тот вечер, когда сумерки окутали землю своим темным саваном, я взял фонарь, двинулся на свой обычный обход. Пыхтя сигаретой и довольный ужином, который уютно устроился в моем желудке, я лениво осматривался по сторонам, глядя, все ли в порядке на кладбище. Мертвая тишина царила в этом месте. Да-да, другой тишины быть не могло, если ты работаешь среди усопших. Но вдруг мое внимание привлекло какое-то движение возле одной из могил. Выбросив сигарету, я присмотрелся, но ничего не увидел. По спине прошлась волна холода, мало ли с кем мне придется встретиться. Но я все-таки был сторожем, а значит, что следовало проверить. А то наутро окажется, что кто-то испортил памятник или надгробную плиту, а мне за это отвечать. Надеюсь, не собака, как в прошлый раз. Вспомнилось мне совсем недавнее. Хотя лучше уж псина, чем какие-то проблемы. Потоптавшись мгновение и чертыхаясь мысленно на то, что наши кладбища такие заросшие и поэтому жуткие, словно в фильме ужасов, я двинулся в выбранном направлении. Приблизившись к могиле, понятное дело, никого не обнаружил возле нее. Осветив пространство вокруг, ничего не увидел, кроме скорби. Плюнув на все это, двинулся в обратный путь. Но не пройдя и десятка шагов, услышал тихий детский плач. Мое сердце громко бухнуло и замерло. Что в такое время мог делать на кладбище ребенок? Мне страшно было даже подумать. Двигаясь на звук, в конце концов я так ничего и не обнаружил. Что за кошки-мышки? Тогда подумалось мне. Я потратил еще минут 40, чтобы отыскать плачущего ребенка, но все мои попытки ничем не увенчались. Порою я видел во мраке детскую фигурку, по-видимому принадлежавшую мальчику. Но эта тень играла со мной, не давая попасться на глаза. Да что за дьявольские силы здесь поселились? В конце концов я вымотался и отправился в сторожку, где и просидел до самого утра. Иногда мой взгляд скользил к окну, но к огромному облегчению ничего не замечал, кроме ночного мрака. Если бы было иначе, наверное, я просто скончался от сердечного приступа. Сразу в мозгу вспомнились все страшные истории, все просмотренные фильмы ужасов. Ничем хорошим, по идее, это не могло закончиться. «Что-то у тебя вид больно бледный», — поинтересовались у меня уже утром, когда солнце поднялось из-за горизонта. Своему сменщику я ничего не стал говорить, так как боялся, что меня примут за сумасшедшего. Ну, знаете, как люди косятся на таких вот выдумщиков, которые любят рассказывать всякие там байки. Поэтому, сдав смену, я отправился домой на боковую. Скажу сразу, что детский плач я слышал почти каждую свою смену. Все время я пытался обнаружить ребенка, но все тщетно. Иногда мне отчетливо виделась его фигурка, освещенная желтым светом мертвой луны. Да и только. Как я ни пытался его найти, все заканчивалось провалом. В конце концов, не выдержав, я поведал об этом Семеновичу, своему сменщику. Я ожидал усмешек или недоверия в глазах, но Семенович лишь утвердительно кивнул с абсолютно серьезным видом.
Он был пожилым человеком и видел многое на этом свете, что нельзя объяснить. Судьба его потаскала по всей стране, загоняя в самые глухие уголки нашей необъятной родины. Но затем он осел здесь, обзаведясь семьей, решив полностью отдаться старости. «Да, есть такое дело», — сказал он после секундного замешательства. «Я тебя просто забыл предупредить об этом». Вид Семёныча был виноватым, точно у мальчишки, который не сказал отцу от полученной двойки в школе. И теперь, узнав об этом, родитель должен был вот-вот наказать сына. «О чем?» В своем голосе мне послышалось непритворное волнение. «Каждую ночь здесь действительно плачет ребенок. Мальчик. Ему лет 8. «Но почему вы его не ищете?» «Сказать легче, чем сделать», – печально усмехнулся мой сменщик. «Эта история началась пару лет назад, когда на нашем кладбище похоронили одну женщину. У нее не было никаких родственников, кроме 8-летнего сына. Не помню, от чего она умерла. Сейчас уже не важно. Короче, после похорон мальчишку поместили в детский дом. Но спустя какое-то время мы здесь стали замечать этого парнишку, который приходил на могилу к своей матери, горько рыдая. Мы его пытались отловить и вернуть обратно, но все тщетно. Дикаренок был слишком юркий и просто убегал от нас. А куда нам, старикам, с больными ногами?» «А почему был?» – поинтересовался я. Мы дымили сигаретами, сидя напротив друг друга за столом из грубых досок. Перед нами стояла пепельница и кружки с дымящимся чаем. «Да потому что в один из вечеров я, делая обход, обнаружил его мертвым. Пацан лежал на могиле матери без признаков жизни. Его увезли, а потом и похоронили. Его могила рядом с материнской. Парнишка просто замерз в один из зимних вечеров, свернувшись калачиком, а до этого он не появлялся целую неделю. Так что мы уж подумали, что больше не увидим его». Сменщик пожевал губу, задумчиво уставившись в пространство, будто заново переживал эту историю. «И вот с того самого времени каждую ночь мы слышим детский плач. А иногда и видим 8-летнего парнишку, который, стоя возле надгробной плиты, горько рыдает. Точнее, не самого же пацана, а его тень, как некоторые из наших говорят, отпечаток души». «Ну а чего так?» Семёныч пожал плечами, тихо вздохнув. «Да откуда же я знаю? Я ведь не Господь, чтобы ответить тебе на этот вопрос. Нам, людям, многое не дано ведать. Некоторые вещи скрыты за тайнами. Возможно, что-то пошло не так, и дух мальчика остался на земле, привязанным к месту своей смерти. А может, и к могиле его матери. Мы пробовали вызывать священника, но толку от этого...» Сменщик развел руками, как бы заканчивая эту историю, ставя точку. Последующие месяцы я почти каждое свое дежурство слышал этот плач. И сердце мое обливалось кровью. Мне представилось, как это – остаться совсем одному на белом свете, особенно если тебе 8 лет. Никто тебя не приголубит, не пожалеет и просто не прижмет к груди. Воистину, наш мир несправедлив и жесток, если в нем происходит такое, где даже после смерти ребенок не может воссоединиться со своей матерью. Дальнейшую судьбу этого мальчика я не знаю, так как на следующий год мне предложили новую работу. Оставив кладбище и сам город, я перебрался с семьей на новое место жительства. Поэтому не ведаю, есть ли дух 8-летнего парнишки до сих пор, или Господь наш Вседержатель смиловался, приняв его, наконец, в свои объятия. Я молюсь, чтобы именно так и было. Записка Семёныча, найденная в блокноте в одном из ящиков сторожки. Мне не явилось открытием то, что поведал мой товарищ тем утром.
Я и без него знал о том, что происходит на нашем кладбище. Этот плач я слышал довольно часто, двигаясь среди могил, и вначале даже как-то пытался помочь мальчонке. Но все попытки оказались провальными. В конце концов, если нельзя помочь, то следует просто принять. Примерно спустя полгода, после увольнения моего товарища, эта история наконец-то подошла к завершению. И стоит сказать, без какой-либо помощи с моей или чьей-то стороны. Была моя смена, и в лунную ночь я проверял восточную часть кладбища, так как буквально пару минут назад услышал гогот. Мысли сразу скользнули к тем отморозкам, которые портят могилы, тревожа покой усопших. Не дело, скажу я вам, так поступать по отношению к мертвецам. Покойникам должно спать, а не слушать эти бесовские звуки соблазн из мира живых. Но к моему огромному облегчению, как только я приблизился, то ничего не обнаружил. Молодежь отправилась прочь отсюда, выбрав другое место для веселья. Будьте вы все неладны. Я уже собрался вернуться в свою сторожку, как вдруг вновь услышал знакомый плач. Покачав головой, крепче взявшись за мощный фонарь, я двинулся на звук и вскоре оказался возле знакомой могилы. Притаившись, за молодой сосной уставился на силуэт мальчика, который отчетливо выделялся на лунном свете, являясь лишь тенью от самого себя. Он рыдал, трясясь всем телом. По крайней мере, так выглядело со стороны. «Сколько же так может продолжаться?» Мысленно покачал я головой. «Господи, ну почему ты все это допускаешь? Смилуйся уже над этой несчастной душой и дай покоя. Ведь этот мальчишка ни в чем не виноват». Возможно, он не был виноват, не являясь самоубийцей. Но, по-видимому, там наверху совсем иные правила, которые нам неизвестны. Не людям указывать Господу на это, но именно людям жить с этой тоской по утрате матери. Где пацан по какой-то причине остался совсем один, здесь явно происходила несправедливость, если опираться на человеческие законы. И вдруг, словно в ответ моим мыслям, начало происходить нечто странное, нечто непонятное. Ночной мрак отступил прочь, укрываясь за иными могилами. Таясь, недовольно шипя, вспыхнула сверхновая, разбрызгивая искры света, но сразу же погасла, чтобы высветить стройный женский силуэт. Рыдания мальчика мгновенно смолкли, и послышался радостный звук. «Неужели это?» Здесь, как в каком-нибудь кино, быть бы радости от встречи, слезы и обнимания, но ничего такого не произошло. Я лишь заметил одно, как мать взяла за руку сына, и оба просто растворились, вновь отдав царствование ночному мраку, который с молниеносной скоростью вступил в свои права. Впрочем, мне посчастливилось увидеть хотя бы это, всего лишь толику заглянуть за занавес, и теперь я знаю, там что-то все-таки есть». После этого случая детского плача на кладбище больше слышно не было. А случились ли иные, увы, уже вряд ли скажу, так как собираюсь увольняться. Что-то в последнее время здоровье стало все чаще подводить. Возраст, знаете ли. Конец рассказа.